Зима была очень суровой, а в лесу было необычайно темно и холодно. Но маленькая девочка была уверена, что знает дорогу, и целеустремленно шла по снегу. Казалось, что вокруг царил покой, однако лес не спал. Его будоражило от голода, жестокость и борьба за существование наполняли его. Девочка и не подозревала об этой скрытой от нее жизни. Но скоро она должна будет узнать, какую роль сыграет в ней она. Что же это такое? От домика ничего не осталось, и бабушки нигде не видно. Что здесь произошло? Руины дома молчали. Но посмотрите, какие-то следы ведут в лес. Возможно, еще не все потеряно, особенно если знаешь, что в корзинке есть чемзец. Минасан, урашии снак на джикан десу йо. Карада ни тотемо ии но йо. Ойшии чимзец. Таношии партии но шуяк ни. Има сугу хасетте о мисе ни итте, чимзецу о кай ни ико. Доу шита но? ヘルシーで美味しいスナックが見つからないの？早く走って、走ってチムジッツを買いに行こう。体にヘルシーで美味しい。驚くほどの美味しい味に楽しくなっちゃう。すごく美味しいチムジッツ。Следы были совсем свежими, и девочка без всяких проблем пошла по ним. Но и другие с такой же легкостью последовали за ней. Их терпение истекло. Они не могли больше прятаться. Волки взвыли от жажды крови и погнались за девочкой. Она еще никогда не испытывала такой страх. Бросив корзинку с драгоценными чемзец, девочка, что из силы, бросилась бежать. このスナックはとても美味しいのよ。本当よ。早く時間がない。チムジッツを買いに行かなきゃ。みんな信じられないわよ、この味に。走って走って、それでゲットしよう。Волки уже были близко, очень близко, но девочка продолжала бежать. Она бежала так быстро, как только могла. Следы привели ее к незнакомцу. Может быть, этот незнакомец знает, где ее бабушка. Или хотя бы убьет волков, которые вот-вот должны настигнуть их обоих. Но незнакомец говорит только о чемзец, который любила есть и сама девочка. Хотя обычно в менее напряженные моменты. Oh.